Всем привет! Сегодня 16 июня, у нас за бортом 33 градуса. Я пришла поливать теплицу и, как обычно, проверяю свои помидорки. И хочу сказать вам новость. У меня начала краснеть первая помидорка Настенька. Вот надо запомнить, 16 июня первое покраснение. Но вот эта Настенька-чемпионка, которую я постоянно снимала, показывала, моя модель, она меня подкачала. Не она первая покраснела. Сейчас я пройду и покажу вам, какая помидорка покраснела первая. Я всегда каждый день смотрела на эту Настеньку, а оказалось, надо было смотреть на другую. Сейчас, подождите, я развернусь. Так, так. Настеньки, вот, кстати, во второй кисти уже очень укрупнились, такие хорошие. Вот это вот первая кисть, вот это вот вторая. И уже третья там... Этаж четвертый и пятый. Уже пятые и шестые кисти налились. А начала краснеть вот эта Настенька, которая, помните, я говорила, что она какой-то интересной формы, не такой необычной, как такая, ну, какая-то странная. Все же они вот такие вот, как вытянутые, немножко как сердцевидные. А это как квадратненькая. Вот она и начала первая краснеть. Ладно. Та Настенька подкачала вот на первый, но зато это вырвалось вперед. Все, помидоры начали спеть. Скоро будем кушать салатики. До свидания. Вот так обстоят дела у нас в теплице 16 июня. Помидоры начали спеть. И рекордсменка, как всегда, оказалась Настенька. Вот это тоже уже скоро начнет буреть. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Все видео, все заметки у меня там размещены. Как я сеяла эту Настеньку, как выращивала рассаду, как высаживала в теплицу. Каждый свой шаг я снимала на видео. Вот теперь мы видим результат. Помидорки хорошо завязались. Они не только прям грозди малышей висят, уже начали укрупняться. И вот одна помидорка у нас начала спеть. Вот она. До свидания. Желаю всем хороших результатов в этом году.